Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Калгариум. Гонконг нашелся. Ну, тут, видите, у русского три города. Катя, что там по войне? У Маури 428, у Рима 285. И, кстати, интересно, что это Рим объявил войну Маури. Вот в чем прикол. Так, когда? Два хода. Надоело ждать. Хочу убивать. Может, Инку пару городов захватить? Ну, а чё они тут у него? Так, отойдём от этого военного лагеря. Машиностроение открыто. Можем, наконец-то, лесопилки поставить. Пошли в индустриализацию, уголь откроем. Торговца. Торговца, потом в очереди строителя. Блин, надо пользоваться вот этими кнопками, я о них забываю. К району мастерская в Угарите, торговец и в очереди строитель. Кстати, вроде как это родной таймер, и он довольно шустр стал. Я все равно не успеваю ходить, это уже без тайм, без этого, без аддона на таймеры. Так, что тут еще поломали? Железо. А я вижу хоть один город Маури или Рима. О, давайте вот в этот. А, слушайте, они тут граничат между собой, поэтому и воюют. Ха, интересненько. Так, давайте тут разберемся. Кампус. Нет. Промышленная зона. Ну вот сюда можно промышленную зону поставить. Тут будут каменные эти. Я их не буду вырубать. Так, Дидона, когда там война? Будем по Чакутака захватывать этими каравеллами. О, тут можно апнуть. Эй, не каравеллами, в смысле, фрегатами. Да, пошли в науку. Маяк, потому что жилья не хватает. Уилька Уаман. О, прекратил. Строил Мачу-Пикчу. Да, Мачу-Пикчу, по-моему, да.
и прекратил это делать. Ну что, могу я наконец? Угореть начал, лояльность утрачивать. Блин, мне вот сюда, кстати, надо. Тут два фрегатика здесь будут на Лексусе работать. Все еще... Ну, следующим ходом. А, нет, поехали. Подожди, я могу повод для войны какой официальный давать? Понеслась. Так, здесь, здесь, здесь. Дальше. Тут что? Тут дуболом стоит. И, наконец, Амрит. Так, поехали к русскому, посмотрим, что там. О, тут у него стены. Не так просто. Так. Город уничтожен. Он мне не нужен. Так, где помогать? Ну, сюда, наверное, к русскому поплывем. Я думаю, двоих хватит. С Финикией покончить. Просвещение открыли, пошли меркантилизм, национализм. Чё, какую карточку интересную, наверное, рационализм стоит взять, да? Ха, меньше науки стало. Значит, от караванов надо оставить, я думаю. И смысл, вот я не могу воспользоваться способностью своей Венгрии, потому что у городов-государств просто тупые юниты. Так, давайте мы лучше, наверное, промышленную зону поставим. Лечимся.
Блин, тут Амрит лечится. Не проатаковал его этим. Надо еще сюда вернуть одну каравеллу, а то мне не хватит силы его атаковать. Если почему-то кому не выгодно. Ух ты, как... Вау! Библ отвалился. Ну, это не важно. Он все равно ко мне даже присоединится потом. Я его даже не буду захватывать. Сейчас Финикии не станет. И Библ в безвыходной ситуации будет вынужден. Это что тут за два брата-акробата? Так, строим. Может, маяк построить? Ну, верфи. Нужно же везде строить. Так, верфь. Из Сидона в Квебек. А у нас союз закончился, да? Давайте мы дружбу. И культурный союз. Принять. Почему Квебек самый выгодный город по торговле? А что он делает? А, это мой этот торговец, который у меня исследовал все. Успел все равно походить всеми юнитами. Да, тут походу они таймер ускорили оригинальный. Маури и Рим на месте. Они воюют все-таки или нет? Да, воюют. Что я построил? Колосс. Из Буды у меня, по-моему, одна уже бегает. Да, в Галифакс. Из Дьера тоже бегает. Из Дебрецена. Вот, из Дебрецена не бегает. Так, надо леса обработать. Какое животное. Уничтожаю людям города. Против района. Сколько тут... А, как я этот город... Ну, мачу пойду захвачу. А туда мне нужен... Туда мне нужна лошадка. Где тут? Давайте наш уникальный юнит сделаем. Блин, я мог его, наверное, захватить уже этим ходом. Да. Ну, я думаю, следующим ходом и Амрит, и Акко падут. Акка оставляем себе. Амрит
Разрушаем. Все, финикии нет. Отлично. Ну, Библ ко мне отвалится постепенно. Так, эту лошадку тыгдым сюда. Смотрите, моей способностью воспользовалась Россия. Она вон эти юниты у ГГшки взяла. Но я лучше варвара буду. Чё, мне эти юниты не страшны? Дуболомы. О, тут он. Рим наземными юнитами атакует. Ничего себе. Ну, Маури отважно бьет. Так у него что, два города осталось, что ли? Нет, у него дофига городов. О. Вот у них интересно там, походу. У них там интересно. Иерусалим, почекуток. Лечимся. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, венгру отдана. Зря, потому что Москва будет разрушена. Зря отдавали Москву. Так, где тут город? Во, Питер. А вот Питер мы... возьмем, наверное, как и Астрахань. Выглядит неплохо. Кстати, очень неплохой. Между прочим, старт очень неплохой. Это его шоколадные холмы, это какое-то чудо еще. Нормально вообще старт у русского? Смотрите, прям рядом с чудом. О, вот у России был офигительный старт. А это чьи? Это Англия как раз. Селись не хочу. Надо отступить, то обстреливать будут. Ну-ка, наблюдаем тут. Ну тут походу разбиты сейчас будут силы Рима, который он прибыл. Который он привел. Почекуток, никакого договора. Ты будешь уничтожен. Виктория. Это неинтересно. Ульфит Лорье посольство. И мы давайте к нему посольство отправим. Дидона побеждена. Альтитка вубине шхаком. Баюмахатира умакумком. Акульба эш! Понятно. Все понял.
Лады, договорились. Так и запишу. Поглотит пламя. Хорошо. О, смотрите. Каравелла на побережье. Так. Поплывем дальше. Исследовать, что тут у нас. Вообще надо было на перемещение взять. Конечно. Верфь как-то долговато строится. Так, ну тут, я надеюсь, библ ко мне все-таки отваливается, да. А, где у нас еще деревья? Так, у инка будет вот этот один город. Если я его не могу обстреливать с моря, то, конечно, хрен знает, как его взять. Придется мириться. А он еще один основал. Тут не унимается Рим. Стены уже построены в этом городе. Так, а из Дебрецена все-таки уже бегает у меня вроде как. Да. Из Печи бегает, из Эстергома бегает, из Сегида бегает, из Татабании бегает. Нет, из Татабании как раз не бегает. Значит, в Татабанию. Какой-то фанат акведуков, посмотрите, финикиец, фанат акведуков, он во всех городах акведуки построил. Или это какой-то бонус у Финикии от акведуков? Питер возьмем и... Россия посыпется дальше. Думаю, что Питер и Астрахань мы себе оставим, а Смоленск и Вологду уничтожим. О, Хатуса. Так. Нам есть куда послов отправить. Хотя у меня, по-моему, только два кампуса вообще в стране. Опять этого торговца. Наверное, янтарь надо. Я там город не поставлю никак. Какие вот у меня тут еще, которые мне недоступны? Я не вижу, например. Давайте на янтарь отправим. Тут уже 58 сил, уже сложновато долбить. Тем не менее, мы это будем делать. Даже деньги негде красть. О! Броненосцы поехали. Да, это уже серьезно.
Надо бы поплыть, помочь Маури. Маяк. Верфи надо строить. О, Акка отваливается, серьезно. Виктория осуждает. Да кто ты такая? Ты видела вообще битвы у Сегида или Сидона? Корабли в пламени шли ко дну. Как ты можешь меня осуждать? Виктория, Виктория. Торговец. Плотоводец. Маяк. Магнуса. Вообще, надо бы правительственную площадь построить. Тут вот театралочку. Блин, а где правительственную площадь сделать? Тогда куда мы Магнуса отправим? Магнуса давайте в Сидон. Нет, в Тир. Нет, в Сидон. Сидон хороший город. А, ну давайте с Почекутоком мир. А, то есть он тут прям вот не хочет так. Он еще... Ну ладно. Я тебе все города уничтожаю, но ты не согласен на такой мир. Понял? А уголь у меня есть? Есть уголь. Плюс 6 вообще уже идет. Нормальненько. Ну, хоть тут повезло с ресурсами. Какие-то еще требования от Виктории. Проход не дает. Я не хочу на Маури нападать. Я хочу на Рим нападать. Тут юниты не сразу выбираются. Ну, вот такое управление. Надеюсь, сейчас не решит Маури, что на него подай, не посмотрев предложение даже. Где тут
Питер. А тут тусовка питерская. Национализм открыли, надо карточку поставить на плюс один посол и Хатусу. Опять, хотя, опять же, повторю, у меня, по-моему, да, только две библиотеки, а тут вот кампус построен еще без библиотек. Лиссабон, Валетте. Валетта Халецкому убили, окей. Я кого-то убили? А, всадник? Что я там делал? Паводки. Угу. Так, ну я думаю, что захватывается город. Нет, надо стрелять. Е-е-е. Питер захвачен. Сейчас будем Астрахань еще полупать. Ну. А, я походил уже, ладно. Все равно он действует на этот, на каравеллу. Так, карточку меняем. Первый посол. В Хатусу. Блин, а тут уже... Ладно, давайте Кумаси тогда. И Гонконг. Ну, раз уж взял карточку. Блин. Так, давайте что-нибудь один ход откроем. Морскую традицию. Really fun. Ну, видите, им повезло друг с другом в соседях быть. Электричество спионерил у Маури. О, время выполнения задания уменьшим. Так, меняем обратно карточку на плюс 2 влияния. Бонус соседства гавани я бы поставил. И тут, пожалуй, содержание юнитов. Блин, у меня денег немерено просто. Поехали в коммунизм. Даже там демократия круче. В демократию, что нам тут надо? Да ничего не надо. И открываем паровой двигатель. Каравеллы будем апать. Так, ну может тогда это не спешить с Астраханью, а апнуть действительно каравеллы сначала в этот, в броненосцы.
Блин, что-то вообще таймер маленький. Тут Пётр тут 53 силы. Это я долго буду долбить. Что там, когда Библ присоединится? Так, этот что делает? Плюс один уровень и плюс 50. На какие он действует? На пром... О, нет, мы его оставим. Мы его сейчас будем использовать. А этот... Возрождение промышленной эры. Промышленная эра нового времени. Вот этого парня я бы использовал уже. Так, верфь. Может, правительственную площадь просто... Вот тут, в Ликсусе надо правительственную площадь, точняк. Вот он на три города будет работать. Отлично. Не успеваю. Так, у меня тут хоть юниты двигаются к Риму. Делегацию. Ну и я к нему тогда отправлю. Так, паровой двигатель открыт. Маури решил сдаться. Так, что у нас с Римом? Тут мне вообще пофигу. Давайте торговый. Или я в Хатусу смогу отправить. Да, научный.
Так, раз этот за Маури вышел, надо попробовать договориться с Маури. Оп, в проходе. И мешать там Риму. Так, а право прохода как? И присоединиться. Текущей войне. Так, Иерусалим мне войну объявил и Гонконг. Это немного. Давайте прокачаем Пингалу на гранты. Вообще можно гранты начинать уже делать в городах. Так, зал для приемов. Вообще Маури неплохо расселился. Красиво. Так, как сука Питер будет еще держаться? В Буде верфь завершена. Промышленная зона, давайте. Сегите мастерская. В Эстергоне универ. Тут кампус. Блин, ну придет. Вот сейчас построю кампус и начнутся извержения. Естественно. Гонконг перекупил. Ну, Гонконг нормально. Мы пока Хатусу. Он ГГшку захватил.
Ага. О, у него линкоры уже. Здорово. Сильно я могу ему нанести урон? Да не особо. Ну, я бы сохранил свои юниты до линкоров лучше. Или сидеть в развитии играть. Чё мне этот Рим? У меня явно получше будет все, когда я кампуса там поставлю. Давайте отступим. На территорию Канады. Апнемся там. Литье ускорил. Так, надо Питер отбивать обратно. У меня 4 хода до... Мне нужно... Одно очко какое-то. Надо великого человека... Где-нибудь. Вот инженера, например. А? Все. Вышли в золото. Рим, путевол. Ну, у него не так много тут юнитов. Давайте отступим. Что у него по науке? 147. Ну, опять же, мы если начнем проекты делать... Тут что, русский? Нет, показалось. Так, ну надо Вологду и Смоленск захватывать, просто уничтожать. И России тоже не будет на карте. Рим решил с Маури воевать. Сидели туда, я бы на их месте в союзе просто торговал. Почему так меня осуждает? Купы выносят предупреждение. Виноград какой-то шедевр дает. Виктория требует.
Виктория может что-то требовать. Вон, три города грустных. Ну, в связи с тем, что в игре остался всего один живой соперник, я, в общем-то, удалил все то время, что я к нему добирался. И вот вы сейчас видите, что я осаждаю его город. Он признает мою победу. Сейчас напишет об этом в чате, или, может быть, уже написал. Конечно, с рандомами в интернете не весело играть, потому что они уходят из игры. Вы видели, как финикиец ушел, собственно, практически ничего не сделав. Ну, я понимаю, когда люди ливают, считаю, что они полностью проиграли, но хотя бы хоть чуть-чуть посопротивляться можно было бы, тем более, что у него там и уникальный юнит его был, и он вроде так неплохо города ставил. Хотя меня в комментариях там спрашивали, а где его уникальный юнит, но он почему-то финикийц предпочел больше акведуков построить, чем берем. Канадец просто в итоге решил, что он плохо развивался. Воевали между собой более-менее это Маури и Рим. Маури проиграл, ну а так как это долго все было, то Рим просто не в состоянии меня догнать по развитию. И на этом все закончилось. Не получилось у меня показать способности Венгрии, но поиграв несколько раз, могу сказать, что Венгрия на морской карте все-таки не очень хороша. Просто по той простой причине, что у городов-государств почему-то не так много морских юнитов. У них даже на морских картах они предпочитают строить наземные. А вот на всяких пангеях действительно Венгрия очень сильна. И хорошая нация. Против нее очень тяжело стоять. Вот такая получилась быстрая игра. Следующий FIFA-сериал будет за Канаду. И мне кажется, он получился интересным. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!